Жители нескольких домов по улице Ленина и улице Радищева оказались заложниками неприятной, а возможно и опасной ситуации. По их словам, прогулка с детьми на детской площадке во дворе в последнее время больше похожа на посещение газовой камеры. Запах такой отвратительный, как будто оловозавод у нас рядом. А у меня внучка маленькая, 5 лет. И, собственно, мы из подъезда выходим и всегда гуляем здесь. Невозможно даже гулять. Запах невозможный. Со второго этажа шел тоже мужчина со своей женой. Его аж до рвотины. Источник неприятных запахов очевиден – магазин, в котором осуществляется изготовление полиграфии. Жители обратились с жалобой на деятельность магазина в природоохранную прокуратуру. И 28 марта была проведена проверка с привлечением специалистов Министерства природопользования Рязанской области, Управления Роспотребнадзора, а также передвижной лаборатории. Было установлено, что действительно по адресу 19А по улице Ленина осуществляется деятельность, связанная с изготовлением печати, штампов при использовании лазерной установки. При этом при работе данной установки в атмосферу выбрасываются за пределы помещения, непосредственно в сторону детской площадки, выведена труба, из которой выбрасываются вещества. В ходе прокурорской проверки руководителя данной фирмы попросили произвести изготовление печати. В ходе данной процедуры было установлено, что эта деятельность сопровождается неприятным запахом. В помещении организации, где осуществляется полиграфическая деятельность, установлен лазер, лазерный агрегат, где осуществляется лазерная гравировка, в том числе из резиновых изделий, из резинового сырья. Установлена, смонтирована система очистки, трехступенчатая система очистки. То есть газы, пары, которые образуются при лазерной гравировке, в том числе резины, поступают через очистку и выбрасываются вот непосредственно через окно, как и писали жители, в атмосферный воздух. По результатам проверки специалистами будут проведены дополнительные лабораторные исследования и сделан вывод о наличии нарушений. И уже тогда будут приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что разрешительные документации, связанные с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, у данной организации нет. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».